Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня еще раз поговорим на тему связи между нашими молитвами, обращениями к Богу, да, и состоянием нашего астрального тела. И поговорим на тему того, как проявляется помощь или заступничество высших духовных существ в отношении нашего человеческого существования. Я на эту тему уже несколько роликов записывал и подробно объяснял, как происходит то или иное влияние, как оказывается поддержка, но в целом для закрепления, я думаю, и этот ролик, он также будет уместен, тем более, что он весьма примечателен, ну, в некотором роде. Я думаю, мы все прекрасно понимаем, что рассказывать о каких-то учителях или же лжеучителях впоследствии, подобная деятельность сопровождается какими-то агрессивными нападками. И даже те люди, которые преподносят себя якобы как великие духовные учителя, рассказывают о духовности, на самом деле впоследствии могут проявить себя весьма-весьма негативно. Вот, то есть они не захотят, чтобы они о них что-то рассказывали, создавали какие-то ролики и так далее, и так далее. Будут возмущаться, подавать в суд, требовать каких-то объяснений через адвоката и так далее, и так далее. Я уже сталкивался со всеми этими вариантами. И, естественно, для того, чтобы оградить себя от подобного влияния, я в целом у меня есть друзья, и я делюсь всегда с друзьями теми историями, которые происходят со мной, да. Вот, и, естественно, многие из друзей так или иначе оказывают мне поддержку, поскольку были случаи угрозы и так далее. Но сейчас не об этом. И, естественно, как бы, ну, защита, я думаю, у каждого из нас есть, или поддержка есть у каждого. Но в целом я все-таки стараюсь рассчитывать на духовных покровителей. То есть основу моего пути, она как бы я благодарен своим друзьям за поддержку, за крепкое, надежное плечо друга на своем пути, но я все же надеюсь на защиту святых, на защиту той же самой Матушки Пресвятой Богородицы, которой я часто молюсь, невзирая на то, что я йог, вот, и не принадлежу к традиции православной церкви. Либо это может быть и молитва, связанная с традицией индуизма, а я сочетаю и тот путь развития, и этот путь развития, невзирая на то, что, возможно, кому-то кажется, что это в принципе невозможно. Так вот, в одном из видений я также во время таких вот баталий, которые развернулись между мной и всевозможными там представителями каких-то полусектантских организаций и их адвокатами, я, соответственно, читал молитвы. То есть я рассчитываю, в первую очередь, еще раз подчеркиваю, на духовных покровителей. И одна из молитв, которую я читал, она была обращена именно к Господу Нараяне. Это традиция индуизма. Нараян, это считается высший Господь. На земле он проявляется как один из божеств Святой Троицы, это Господь Вишну. Вот. Но Нараяна – это еще более высшее существо, это вселенское существо, которое проявляет себя на земле, в нашем случае, как аватары, известные аватары – Господь Кришна, Будда, Вараха, Курма, Матья, Нарисимха, Рама и так далее. То есть все эти аватары – это его полное проявление, существуют еще частичные проявления, такие как богиня Дурга. Так вот, Шри Кришна, или Будда Шакьямуни, или Рама, Парашурама, все эти человеческие существа являются его полными аватарами, то есть проявлением его мистической силы, или же духовной силы, в зависимости от ситуации. Естественно, я обращался к Нараяне. Нараяне я просил разрулить ту или иную ситуацию, дабы избежать каких-то ненужных хлопот. Как бы я ценю время, и ценю не только свое время, но и ваше время, поэтому я стараюсь доносить знания просто, лаконично, доступно, без лишней воды и разглагольствований. И вот в одном из видений я увидел, что как бы Господь милостив ко мне, и, соответственно, та ситуация, которую я просил, она будет решена в мою пользу. В видении я увидел себя в большом облике, то есть я видел себя ростом очень больших размеров. Не буду говорить, но это не человеческий рост, это там может быть метров 200 высотой или 300 высотой, тяжело сказать. Но я помню, что я видел маленькие дорожки под собой, какие-то поля, тропинки, лужайки, вот, небольшие леса, поселки и так далее. И я стоял в тонком теле, в духовном теле. И, естественно,
Я стоял, рассматривая все вокруг, и я видел небо над собой. И было удивительно то, что со всех сторон в мою сторону надвигаются черные тучи, грозовые тучи. Вот, не было дождя, не было молнии, не было громов, но эти тучи, они были грязные, они были такие серо-коричневые, черные, да, то есть где-то беленькие, где-то черненькие, где-то выше, где-то ниже, но со всех сторон в мою сторону надвигались вот такие вот тучи. И, как я понял, эти тучи, они были связаны с той ситуации, которая разворачивалась, ну, в какой-то определенный момент моего жизненного периода, в силу того, что именно в это время я молился, обращался к Нараяне. И, соответственно, обращаясь к Нараяне, я видел, как, ну, я получил этот вот ответ. И также мое тело, рассматривая приближающиеся тучи, я смотрел назад, вправо, влево и удивлялся тому, как обычно, да, если ветер дует, то дует с одной стороны, а так тучи движутся со всех сторон и в моем направлении, то есть они как бы сгущаются надо мной. И также и мое тело было весьма в грязном состоянии, то есть я понимал, что из-за этих туч оказывается какое-то мощное влияние на астральное тело находится в очень нечистом состоянии, что было также, ну, как бы несколько, не то чтобы неестественно, скорее, ну, неожиданно и непонятно, неприятно, потому что, ну, по большому счету причин-то особо и нету, да, ну, может быть, и записал ролик, может быть, где-то и рассказал правду. Но из-за правды обижаться или из-за правды гневаться, я считаю, это неразумно. По-моему, в интернете пишут о всех, и пишут много, и пишут всякое, и обижаться на то, что, допустим, существует конструктивная критика, на мой взгляд, некорректно. Вот. И это, по крайней мере, указывает на несколько, ну, неполноценное состояние того или иного учителя. И вот, рассматривая вот эти вот тучи, смотря на свое грязное тело, я был несколько удручен и понимал, что в таком состоянии мне будет очень тяжело справляться с подобной нагрузкой, учитывая еще и другие какие-то жизненные обстоятельства. Я даже расстроился, то есть я в какой-то момент паник духом, я паник, я понял, что идти дальше будет очень тяжело, и мне будет очень тяжело справиться с той или иной жизненной ситуацией. Вот, тем более со всех сторон тучи шли. Я понимал, что ну куда идти дальше, да, если вокруг такие вот тучи, что делать? Вот как это можно было решить? И я рассматривал свое тело сверху донизу, как бы смотрел на руки, смотрел на живот. Все было грязное, все было облито какой-то очень нечистой, скверной энергией. Но когда мой взгляд опускался все ниже, ниже и ниже и ниже, в какой-то момент я увидел, что мои стопы сияют. И от моих стоп исходило удивительное сияние. Оно было настолько красивым и настолько сильным, что никакая тьма, никакие грязные, нечистые энергии, никакое злорадствование там всевозможных сектантских организаций, оно не могло, ну, даже затмить собой вот это вот сияние, то сияние, которое исходило от моих стоп. И рассматривая стопы, я начал всматриваться. В какой-то момент я даже удивился. Удивился тому, что у меня на стопах нарисованы рисунки, очень красивые рисунки. И я подобные рисунки видел в храмах, в традиции индуизма, когда посещаешь храмы. На некоторых изображениях есть особые символы, которые нанесены на стопы божеств. Эти символы указывают на то, что это небесное существо, которому принадлежат эти стопы. Это, ну, неземное существо, оно обладает всеми благими знаками, такими как зонтик, раковина, да. В традиции индуизма, кто сталкивался с изображением божеств, на стопах всегда изображают благие символы. Символы, указывающие на особую исключительность того или иного рождения человеческого существа. К примеру, у Шри Кришны, у Рамы на стопах были особые изображения, по которым можно было судить, что это пришел Господь на землю. Господь, и этот Господь, он выполнит какую-то свою особую мистическую миссию на земле. Вот. И рассматривая стопы, я в какой-то момент увидел, что у меня такие же самые изображения. Я даже в некоторой степени испугался. Как это так? Вот, да, я сверху вот такой вот грязный, а снизу у меня такие вот стопы сияющие, удивительные, и им вообще как бы препятствий никаких быть не может создано, да? Вот, такой контраст был. Вот. Но уже спустя несколько секунд меня осенило, что на самом деле эти стопы, они не мои. Это было удивительно. То есть первая мысль, что эти стопы принадлежат мне,
Но впоследствии я понял, что стопы принадлежат не мне, это все-таки, это был результат моих молитв, и эти стопы принадлежали Господу на Раине. То есть Господь таким образом давал понять, что на самом деле, невзирая на те трудности, которые будут в жизни или есть в жизни, Он будет помогать идти мне. Вот, поскольку я стараюсь все-таки придерживаться знаний, связанных с правдой, с духовным зрением, делиться честно, искренне, вот, стараюсь возвысить действительно духовные чистые учения и, соответственно, рассказать о нечестивых учениях, о нечестивых учителях и так далее, и так далее, и так далее. Ну, и я думаю, вы сами можете видеть, как те или иные учителя реагируют на мои ролики, да, сколько там бывает и гнева, и ненависти, хотя заявки подаются у этих учителей весьма амбициозные, то есть они заявляют о том, что они являются какими-то сверхмистическими, сверхмудрыми, но по факту при малейшей трудности сразу же бегут за адвокатом и грозятся судами и большими какими-то претензиями в моем случае. То есть данное видение было ответом на то, что, невзирая на то, что да, есть трудности, да, есть негатив, да, есть агрессия в мою сторону, да, есть какие-то, может быть, даже и проклятия, но Господь, Он будет помогать проходить мне этот путь, и можно даже сказать больше, Господь сам будет проходить этот путь, вот, или всячески убирать препятствия на моем пути за счет подобного благословения. Еще раз подчеркиваю, друзья, ни в коем случае не думайте, что это видение связано с моим человеческим существованием, что это мои ноги и так далее. Нет, я обычный человек, я обычное человеческое существо. Эти стопы, эти знаки, они не имеют ко мне никакого отношения. Я просто лишь в крайне тяжелой ситуации стараюсь обратиться к Богу и стараюсь это делать как можно искреннее, как можно открытие, с распахнутым сердцем, чтобы меня все-таки услышали. И вот такие вот видения, вот такие вот переживания я частенько получаю. То есть это знак, такой мистический знак, указывающий на то, что, ну, как бы Господу не безразличен мой путь и мои молитвы слышны. Еще раз хотелось бы добавить, что когда мы молимся, обращаемся к тем или иным святым, я хотел бы ваше внимание еще раз обратить на то, что нужно добиваться благословений. Понимаете, если вы посетили святое место и не получили благословение в сновидении, к примеру, да, то это указывает на то, что вы не были в этом святом месте с раскрытым сердцем, вы думали о чем-то другом. И подобный знак, подобное видение или подобное сновидение, в котором бы вы увидели, к примеру, Матрону Московскую, и благодаря вашему обращению к ней она бы послала вам свое благословение в виде яркого сновидения. Если не было такого знака, соответственно, это указывает на то, что мы, собственно, были в святом месте, но не получили благословения. А каков смысл ездить к святым мощам, к святым нашей православной церкви, если вы не можете даже умолить или упросить их о защите? То есть это, ну, крайне, ну, неразумно, что ли, да? Это пустая трата времени. Поэтому всегда нужно добиваться ответа, добиваться благословения, добиваться защиты, добиваться чистого, искреннего общения со святыми. Понимаете, им крайне приятно то, что мы обращаемся к ним, то, что мы молимся им, то, что мы заботимся о них, поскольку в любом случае, приезжая в святое место, к примеру, в Дивеевскую обитель, да, мы оставляем немножко денег своих на развитие монастыря, на поддержание существования монастыря и так далее. Естественно, им это приятно, и так именно и должно быть. Мы должны почитать святых, мы должны почитать святые места, мы должны почитать чудотворные иконы. В этом суть человеческого общения, служение высшим знаниям, высшим истинам, высшим каким-то аспектам человеческого существования. И именно на этом пути мы должны и мы как бы стремимся развиваться. Именно этот путь, он правилен. Если же мы как-то бессознательно посещаем святые места, да, это полезно, да, это несет также благословение, но в меньшей степени. Поэтому, друзья, давайте все-таки получать благословение и будем чисты нашими сердцами. До новых встреч!